на фотографии делаем сейчас кровать изголовья. И будем его собирать. Владимир Квачинский уже 30 лет в мебельном бизнесе. Сам может заменить обивку кресла, перетянуть диван. В 2010-м открыл свое производство мягкой мебели на заказ. Сейчас работает с хабаровскими дизайнерами, обставляет кафе и рестораны. Предприниматель использует российскую фанеру, но европейские ткани и поролон. На отечественные материалы не переходят, потому что их практически нет. Часть сырья заказывает из Китая, но некоторые эксклюзивные ткани все равно вынужден приобретать на Западе. Говорит, что с начала СВО большинство материалов сильно подорожало. Из-за непрямой логистики товары приходится закупать оптом и оплачивать их заранее, что вызывает сложности с оборотными средствами. Поставщики нам отгружают поролон. Нам надо там, грубо говоря, там 10 листов в месяц, а они отгружают сразу там пол контейнера. И объем это огромный, да, и деньги замороженные, то есть мы не можем их сразу переработать в течение там этого месяца. И он у нас лежит там по полгода. При этом конкуренция на рынке растет. Чтобы держать марку, надо постоянно развиваться. Но из-за того, что все деньги уходят на закупку материалов, свободных средств не остается. Поэтому бизнесмен обратился в фонд поддержки малого предпринимательства и получил льготный займ всего по 3% на обновление оборудования. Так на предприятии появились новая швейная машина, шлифовальный и ленточный станки. Последний позволяет делать заготовки для массового производства. Лобзиком мы вручную, вот пока он там пропилит это все. И то и одну толщину, а здесь можно вот сразу несколько толщин. Правительство Хабаровского края выделило два приоритетных направления – это сельское хозяйство и производство. То есть любое производство в Хабаровском крае может получить микрозайм по льготной процентной ставке. На сегодняшний день это 7,5%. Ну, в отличие от других видов бизнеса, у них было бы 10%. В прошлом году помощью фонда воспользовалось 50 предпринимателей. Они получили порядка 100 миллионов рублей. В этом году выдано уже 50 миллионов. Льготные займы оформили 8 представителей малого и среднего бизнеса. Наталья Чернышова, Николай Трохин. Смотри, Хабаровск.